Опа! Блин, мелкий такой. А, побольше. Побольше. На гвозди шарик побольше клюнул. О, что-то хорошее. Ого. Блин. 0,5 где-то. Прикинь. Надо ставить леску больше. Поклевки есть, окунь есть. Это мелкий. Сейчас только что клюнул. Поверьте на слово. Наверное, где-то с полкило я оборвал. Сейчас будем рыбачить вот на такую мормышку. Это я заказал в интернете. Будем проверить ее уловистость. Ручной работы мормышка. Да, будем рыбачить на новую удочку. Называется Акара. Ребята, ну, я не знаю, ну, вот удочку купил, но а куда крючок цеплять, вот вообще некуда. Ну, почему вот так? Опа, удар, видели? Опа, ребята, мормышка работает. Работает, но без насадку. Мормышка, смотри, какая, без насадки работает. Опа, ну, стандартный какой-то мелкий. Но тот, ребята, был вообще. Уходят самые крупные. Обрывают самые лучшие блесна. Такой, наверное, уже не клюнет. Это специально я не подсекаю, я показываю, как клюет. Ребята, клюет, но без мотылка, без подсадки. Нет, на пустой крючок. Рыбы нету, рак есть. Рак есть. О, пришли рыбы. Ага, прям толпа пришла. Откуда-то вообще непонятно. Не было только что ни одной. И ушла дальше. Ну туда идут, да? Не знаю. Может туда пошли. О, заинтересовался один, он подошел. Остановился. Ну, вот кесто у него, смотри. Ну о. Все, сейчас возьмет. Смотри. Ну где ты там? Пускай. Окуня достаточно много приходит. Вы корявые? Блин, ржака такая, вообще не могу. Они как эти, не знаю, бухие или что. Ты мимо такая. Вот он. Хочешь, я тебе такую мормышку дам? Такую вот яркую? Да. Хочу. Вот, ребят, хочу показать удочку. Она мне нравится, очень легкая. Что еще самое положительное в ней? Это шпуля, она очень толстая и туда не зажевывает, наматывает хорошо. Это очень важно, я считаю, для меня. Я очень не люблю копаться, когда леску зажевывают, я прям нервничаю. Она легенькая-легенькая. Единственное, что вот приклеил пробку, потому что ну некуда мормышку цеплять. Они прибегают прямо издалека, Рустам. Его вообще не видно было. Вот трясу просто на месте. Он несется, блин. Они где-нибудь вон там, вот где налит, может, тусуются. Так они сейчас везде тусуются. Может, это мормышу подбросить? Я сыпал чуть-чуть. Я хочу еще другие новиночки попробовать. Свои мормышки. Так, ребят, переместились на другую лунку. Да, вот там осталось. Подошел поближе к берегу. Будем и здесь проверять. Здесь, по-моему, чуть-чуть поменьше глубина. Вначале, ребят, ставлю красный флаг. Для того, чтобы обозначить, что здесь пока не было поклевки. Хочу рассказать вам, как помогают флажки мне на этой рыбалке. Ну и вообще, в том году я их придумал. Я вообще обходился без них. И нормально, если честно. Но, когда сделал... Они мне начали помогать. Как помогать? Я сделал два вида. Красный и зеленый. И они разную секретную функцию несут. У каждого рыбака может быть своя. Где-то я кормлю сухарями, где-то мормышем.
соответственно, ставлю разные флажки. Где-то поймал, где-то не поймал. Тоже разные флажки. А где-то клюет на гвозди шарик, а где-то на верхний крючок. Где-то клюет окунь, а где-то чебак. Вариантов много. Тогда, может, скажете, надо еще третий цвет, какой-нибудь синий. Это было бы классно. Но пока я сделал два, и они мне до сих пор, и этого функции хватает. На каждой рыбалке у меня своя стратегия. Если кто-то думает, что сегодня там зелененький, значит, у него клюет. Нифига. Каждый раз алгоритм придумывается разный. Насадка разная, прикормка разная. Так что они мне здорово помогают. А еще самое прикольное, почему я именно сделал такие флажки. Потому что они в темноте светятся. А все рыбаки любят приходить пораньше, в темноте. А они в темноте достаточно ярко светятся. Это утром, если пришел, насверлил и обозначил все свои лунки, и все уже видишь, где твои. А вообще я начал вечером рыбачить на закате. И они очень мне понравились, когда уж солнце садится, и ты собираешься, и ты все видишь их, и ты можешь, и ты их не оставишь на льду, не забудешь. И вот я второй год уже рыбачу с этими флажками. Они мне так очень помогают. И в этот раз, ребят, я буду разыгрывать упаковку флажков в эту рыбалку. Короче, выберу самый лучший комментарий, который мне понравился по поводу этой рыбалки, по поводу флажков, понравился он вам или нет, этот флажок, и хотите ли вы его выиграть, и почему выиграть, а может кому-то подарить захотите. То есть любые комментарии под этим видео пишите, и я разыграю одну упаковку флажков. А может быть и две. У меня их теперь много. Почему я их буду разыгрывать? Потому что они мне очень нравятся. И они мне помогают, и хочу, чтобы они и помогали вам. Я люблю делать подарки. А вы? Ну что-то лунка не клюет. Значит, мы оставляем на ней красный флаг. Всего одна рыбка. Все, идем дальше. Вставляем красный флажок. Идем дальше. Ребят, рыбачим мы сегодня возле дамбы. Дамба — это вот сзади меня идет дорога на станцию. Слева от меня лодочная, справа канал теплый, но он сегодня не работает. Пока третий блок стоит на ремонте, мы пользуемся моментом, когда все застыло. Эта заводь вообще застывает самая последняя, а в этом году мы рыбачим самые первые. Вот так вот. Мне бы не опоздать, мы сегодня еще в театр едем. У меня есть время до 3 часов, еще целых 1,5 часа. Интересно, поймаем, нет? Или это затишье, все, закончилось нас до конца дня. Вот кто-то опять попался. Ага. Маленький, полосатенький. Какая яркая мормышка. Мне прям нравится. Спасибо за такую мормышку. Ой, такая красотуля. Ты-ты-ты-ты-ты. Погнали. Сейчас уже вечереет. Немножко не вечереет, но пасмурно. Я думаю, что она как раз, ее издалека видно. Ну что, ребят, вот такая забавная рыбалка.
Мне понравилось. Сходил не бесполезно. Подышал свежим воздухом. Порыбачил. Нашел. Показал, какие удочки, какие мормышки сегодня. Кстати, ребят, смотрите, вот выход с худыша. Это называется труба. Вот тут вода выходит из худыша. И она здесь почти не замерзает никогда. Будьте осторожны на льду. А мы идем домой. Нас ждет еще поездка в Екатеринбург. Поедем с женой в театр. Не в театр, а в дом кино. На фестиваль короткометражного фильма. Жду от вас комментарии. А лучший комментарий получит комплект цветных флажков для рыбалки. Помощник рыбаку. А может быть, не один. Все, до встречи на рыбалке.